В участковую избирательную комиссию 1942 города Чебоксары поступили 7 заявлений с вызовом комиссии на дом. Чаще всего это люди с ограниченными возможностями здоровья. Голосование удобно, понравилось. И мы голосуем, как говорится, за нашу страну, за будущее наших детей, внуков и правнуков, за мир, за все хорошее. То же самое. За здоровье, за здравоохранение. Самое главное, чтобы мир был. И люди были дружные. Комиссия, выезжающая на дом, состоит из членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей и полицейского. Процедура проходит с соблюдением всех необходимых мер защиты для недопущения распространения коронавирусной инфекции. А также мы соблюдаем тайну голосования и помогаем людям, которые не могут прийти на участок, помогаем им проголосовать. Ольга Алексеева, Юлия Адюкова, Юрий Марков, Республика.